Савелий родился в срок. Врачи признали мальчика здоровым, родители были счастливы. Но когда ребенку исполнился год, они обратили внимание, что Савелий ведет себя не так, как другие дети. Не обращает внимания на игрушки, не пытается говорить. Врачи поставили диагноз «открытое овальное окно в сердце». Через год диагноз не подтвердился, и все вздохнули с облегчением. Когда наш Савелий играет с детьми, он достаточно подвижен, очень активен, и он стал задыхаться, у него стали синеть губы, он стал очень сильно утомляться, очень быстро уставать. Только в марте этого года у Савелия вновь обнаружили серьезный дефект межпредсердной перегородки, который нарушает кровоток, а значит и снабжение организма кислородом. Именно поэтому мальчик так быстро устает, плохо говорит и не может сам о себе позаботиться. Провести операцию нужно как можно быстрее. Дефект прогрессирует и может привести к тяжелым последствиям для организма. Кроме того, это мешает мальчику развиваться так, как его сверстники. У Савелия врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Учитывая расположение дефекта и состояние мальчика, ему рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Щадящую операцию Савелия перенесет легко, быстро восстановится. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Артемий Харламов и Владислав Ковырякин. Вести, Омск.